Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге «Кто есть кто?» составитель Бетти Редис, дополняя какими-то данными из Википедии, из интернета. Ламия – персонаж древнегреческой мифологии, распространившийся в поздних культурах, персонаж низшей мифологии народов Европы. Ламия в древнегреческой мифологии была чудовищем, пожирающим детей, а в более поздней традиции рассматривалась как разновидность духа, преследующего по ночам. Согласно классическому греческому мифу, дочь Посейдон, Ламия родила от Зевса Герофила. Ламия была возлюбленной Зевса, но когда его жена Гера узнала об этом, она превратила Ламию в змею, отобрав у нее способность закрывать глаза. Чтобы заснуть, Ламия вынимает глаза и кладет их в чашу. По версии, видимо, историка Дурида, Ламия – дочь Белла и Ливии, которую полюбил Зевс, а Гера лишила ее разума, и она убила своих детей. Ламия была царицей Ливии, любимой Зевсом и родившим ему несколько детей. Гера из мести превратила красоту Ламии в безобразие, а детей убила. В отчаянии Ламия стала отнимать детей у матерей и съедать их заживо. Ламия могла вернуть себе прежнюю красоту, чтобы соблазнять мужчин и съедать их заживо. По другому сказанию, Ламия – чудовище, также называемое Сибарида. Оно жило в пещере на горе Карфида у подножия Парнаса. Ее убил Эврибат из земли Курет. Она ударилась головой о выступ скалы, и там забил источник Сибарида. Пьесу Еврипида «Ламия», где говорилось о ливийской Севилле, упоминает лактанцы. Это ритор из Африки, ученик Арноби. За образованность и красноречие лактанцы заслужил впоследствии от гуманистов эпохи Ренессанса почетное звание христианского цицерона. Статуи Ламии были в Риме и Греции. В разных мифах упоминается, что Ламии могут представлять собой не отдельное существо, а скопление движимых темной волей змей или насекомых. В других мифах упоминается, что они все-таки имеют лицо прекрасной женщины, иногда верхнюю часть тела, но не сможет принадлежать змее или пауку. В фольклоре и легендах ламиями также назывались существа, подобные сиренам или нереидам. Вот так вкратце из Википедии о персонаже древнегреческой мифологии Ламии. Пока-пока, до свидания.